Эта игра называется предсказание. Мне просто не верится, что все меняется. Ты умрешь, ты видишь Вероника. Или же он уже пропал? Ставь лайк и подписывайся, иначе умрешь. Чё творим, бро? Меня зовут Царь Геонис, и просто сразу же. Приподписывайся на мой канал, чтобы наступить мою Суприм Банду. Ведь придет время, Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, про тебе все нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы наступить мою Суприм Банду. Запусти новую банду на Ютубе. Я, бро, ты не поверишь, что сегодня со мной снимает видео. Это Вероника, та самая девушка с Даркнета, которую я купил. Привет! Ты Суприм Банда, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео. Все потому, что сегодня мы будем снова общаться с призрачным листком. Или же как его еще называют, дух двери. Ранее банда пару дней назад вместе с Настей мы разговаривали с этим духом двери. И ничем хорошим это не кончилось, потому что этот дух почему-то хотел смерти Насти. Это было реально жутко. Сегодня же банда стоит больше не травмировать Настю, потому что она все еще напугана. Я решил взять с собой Веронику. И сегодня банда мы будем снова общаться с этим призрачным листком. Только на этот раз банда мы уже не будем просовывать диски под дверью. Сегодня мы используем другую вещь. Эта игра называется предсказание. К примеру, Вероника, выбирай какой-то цвет. Желтый. Вероника выбрала желтый цвет. Теперь делаем вот так. Желтый. Выбирай какую-то цифру. Один. Ты выбрала один. И теперь на этой цифре один. Должно быть какое-то предсказание. Но у нас сегодня нету банды, потому что с помощью этой бумажки мы будем сегодня общаться с этим призраком. И это будет реальное предсказание. Я не знаю, ли это сработает, банда. Но я видел прям настоящее видео, как здесь появлялись ответы настоящего призрака. Это было жутко. Тем не менее, бро, сегодня реально хочу это проверить. И, бро, знаешь что? Давай на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда я сниму маску с Вероники. И мы, возможно, наконец-то увидим это лицо. Да, Вероника? Не знаю. Окей, хорошо, какое число лайков ты хочешь? 15 тысяч. Ого, банда, давайте наберем на это видео 15 тысяч лайков. И тогда Вероника снимет свою маску, и мы видим ее настоящее лицо. И, бро, также подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании. И там выходят очень крутые фотографии. Я прям на 100% уверен, что тебе понравится. И на потом подписывайся на мой инстаграм. А теперь у меня, бро, еще 3 часа ночи, чтобы сыграть в эту игру. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Погнали, банда! Окей, банда, на часах уже скоро 3 часа ночи. Я думаю, вам интересно будет увидеть, как же делать эту самую штуку, чтобы вы также сами могли пообщаться с призраком. Именно поэтому я сейчас вам покажу. Нам понадобится бумага, ножницы, карандаш, а также гуашь. Сворачиваем листок в треугольник, чтобы потом было все легче гнуть. После того, как сделали все это, берем каждый угол и заворачиваем в середину, чтобы сделать квадрат еще меньше. Когда мы уже это доделали и получилось вот такое, переворачиваем этот квадрат и делаем то же самое, делая еще квадрат меньше. После этого, банда, по идее, все готово. Теперь осталось только расписать цифры и разрисовать стороны. И все, можно уже приступать к призыву. Вот что у меня получилось, банда. Думаю, каждый из вас с этим справится. Теперь же делаем призыв. Окей, банда, я вам показал, как делать этот листок. Теперь каждый из вас может пообщаться с этим призраком в 3 часа ночи. Только, банда, помните одно. Этому призраку можно задавать всего лишь 3 вопроса, ни больше, ни меньше. Иначе он просто будет злиться и не будет отвечать. А возможно, даже может кого-то убить. И помните еще одно правило, что если вы уже вдруг призвали этого призрака, то вы ни в коем случае не должны открывать дверь, где был этот призрак. Вы эту дверь не должны открывать до утра, пока не сойдет солнце. Иначе под призрак может вас убить. Это очень опасно. Окей, банда, тем не менее, на часах уже примерно 3 часа ночи. Да, банда, на часах уже 3 часа ночи. Самое мистическое время. Ведь именно в это время мы можем призвать этого призрака. Давайте теперь это сделаем. Нам нужно найти маленькую комнату, куда мы точно не будем заходить до утра. Примерно это ванная, банда. Ложим этот листок сюда. Теперь же, банда, мы должны призвать этого призрака. Мы должны 3 раза постучать по двери, после чего сказать заклинание. Ну что, Вероника, ты готова? Окей, банда, если честно, все еще не верится, что мы опять это делаем. Тем не менее, давайте уже начинать. Призрак двери, прерви покой. Присоединись к нам в наш разговор. Призрак двери, прерви покой. Присоединись к нам в наш разговор. Призрак двери, прерви покой. Присоединись к нам в наш разговор. Пойди, все, банда. После этого он должен привязаться к той бумажке. Окей, черт, нужно посмотреть, где он там. Эй! Призрак двери, ты там? О, черт! Он выбросил бумажку Суприм Банда! О, господи, это просто жесть, мне в это не верится, Вероника! Это реально настоящий призрак, он существует! Да, я тоже в шок! Окей, теперь пойди, можем общаться с призраком! Окей, банда, по идее, все! Посмотрите, здесь ничего не написано! Но если вдруг мы будем задавать вопросы этому призраку, то он будет отвечать! Именно поэтому давайте уже это сделаем! Ты готова, Вероника? Да, готова! Вот тогда ты будешь это делать! Как думаешь, какой вопрос ему задать? Даже не знаю, какой-то интересный!
неизвестный. Давай сначала спросим, ли он привязался к этому. Призрак двери, ты привязался к листку. Окей, Вероника, я выбираю цвет голубой. Голубой. О, черт, давай цифру 5. Давай. Открывай ее. Господи, мне просто не верится, что если мы реально его призвали. О, черт, ты видишь на Вероника? Он ответил реально, супремпад, это просто 6. Там реальность ответ. Он реально писал да, господи. Закрывайте два еще, чтобы не говорить. Окей, пады, я не знаю, что говорить ему еще. Он реально писал, вы это видели. Вероника, покажи еще раз, мне просто не верится своим глазам. О, черт, это реально 6. Посмотри, там уже нет ответа, ты видишь это? Это жесть, банда! Он реально с нами общается! А потом как-то убирает ответ, я просто не понимаю, как это происходит! Окей, я передам еще один вопрос. Призрачный листок, как ты с нами общаешься? Окей, давай на этот раз выберем цвет зеленый. Да, хорошо. Зеленый. О, черт! Давай цифру 7. Господи, мне просто не верится, что если там сейчас будет ответ, банда. Окей, Вероника. Я вижу вас, это просто 6. Я не верю своим глазам, он реально нам отвечает. Это реально настоящий призрак, супрембанда, вы сами это видите. Мне очень страшно. Мне тоже очень страшно, Вероника, посмотри, там и сейчас пропал ответ. О, господи, его там тоже нет, он только что уже здесь был, мы сами это видели, банда. Это просто жесть, это самый настоящий призрачный листок, это призрачный листок предсказания. Окей, банда, получается, мы можем всего лишь один раз увидеть ответ призрака. После этого призрак сразу же убирает ответ, можем заново задавать ему вопрос. Окей, Вероника, ну что, ты готова? Да, готова. Господи, здесь реально не было ответа, я хочу у него спросить за Настю. Призрак двери, почему ты хочешь, чтобы Настя умерла? Давай желтый. Желтый. Окей, давай число 4 или 3. Давай 3. Господи, банда, это просто жесть, мне в это не верится. Господи, посмотри, там ответ, я так хочу. Вы это видите, банда? Он хочет, чтобы Настя умерла просто так. Мы это стали специально одним кадром, чтобы вы все увидели. Там реально появляются сами ответы, это жесть. Мне просто это не верится. Господи, окей, закрывай теперь назад. Это реально жестко, банда, я прям это не верю. Давай зададим ему какой-то вопрос. В прошлых комментариях, банда, вы очень сильно залайкали один вопрос. Что вы с призрака с этими предсказаниями? Мы спросили, когда будет конец света. Но потом, банда, мы сейчас это спросим. Призрак двери, когда будет конец света? Давай красный. Красный. Давай 3, опять то же самое число выберем. О, господи, мне просто не верится. О, черт! Он ответил скоро, банда, вы это видите? И перевернутый крест ты видишь на Вероника. О, господи. Да, это реально жесть, мне в это не верится, банда. Это просто жесть, этот призрак реально все знает. Он говорит, что скоро будет конец света. Это ужасно, господи. Черт, мне просто в это не верится. Я реально в шоке, банда, что вообще происходит? Покажи еще раз ответ, или он уже опять пропал. Мне просто в это все не верится, банда. И там снова нету ответа, что вообще происходит. Это реально самый настоящий призрак Вероника. Мне очень страшно. О, я верю, мне тоже очень страшно. Это реально жесть, я не верю своим глазам. Этот призрак реально знает, когда будет конец света. Он сам написал скоро. Окей, давай спросим его что-то еще интересное. Пример, банда. Призрачный листок. Что будет со мной в будущем? О, господи, окей, Вероника, давай. Цвет зеленый. Зеленый. Окей, тогда давай выберем число 3. Опять то же самое. Мне просто не верится, что он все меняется. Ты умрешь, ты видишь на Вероника. Это просто жесть. Он реально не ответил, банда. Там реально написано, что я умру, господи. Я просто это не верю. Это жесть, я не верю своим глазам. Этот призрак реально говорит, что я могу умереть. Это ужасно. О, господи, я просто в шоке, Вероника. Что происходит? Мне очень страшно, банда. Господи, это реально ужасно, банда. Настя, он говорит, что он хочет, чтобы она умерла. А то он говорит, что я умру из-за чего-то в ближайшее время. Это ужасно, банда. Господи, Вероника, мне просто не верится. Покажи еще раз ответ, или же он уже пропал. Ставь лайк и подписывайся, иначе умрешь, банда. Это просто жесть, скорее ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Этот призрак реально говорит, что убьет каждого, кто посмотрел это видео. Мне просто это не верится, супрембанда. Он реально знает, что мы снимаем. Он реально нас видит, это жесть, господи. Вероника, что происходит, мне очень страшно. Господи, супрембанда, это ужасно. Я не знаю, что будет дальше, но этот призрак реально очень страшный. Господи, Вероника, я больше не хочу общаться с ним призраком. Да я тоже не хочу. Это жесть, какой он страшный, банда. Теперь нужно с ним попрощаться, чтобы раздеть по-хорошему, иначе он может нас убить. Окей, призрачный листок, я с тобой прощаюсь. Давай выберем какой-то ответ, возможно, что-то ответил. Давай голубой. Голубой. О, господи, число 1. Черт, супрембанда, это жесть. Мне просто не верится. Ты очень скоро умрешь, банда, это жесть. Призрак двери реально говорит, что очень скоро умру. Это ужасно. Господи, супрембанда, мне просто это все не верится. Тем не менее, бро, вы знаете, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда, банда, мы будем снова общаться с ним призраком. И, банда, даже за 15 тысяч лайков я сниму маску с Вероники. И на поэтому, банда, допускай снизу, жми царский лайк. А также провод комменты с прошлого видео. Господи, вглядись, какие они шикарные. Просто лишь комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь мне нужно опуститься ниже. Нажми свой лайк, колокольчик и все.
все про ты уже на видео, а также про подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании. И там выходят очень крутые фотографии. Эй, бро, помни одно, оставайся шикарной, пока!